Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре новинка. Это набор инструментов стандарт на 94 предмета. Код товара ST2094-6. 6 это обозначает то, что в наборе идут шестигранные головки, шестигранный профиль. Есть такой же набор, но с 12-гранным профилем, то есть -12 будет. Набор является полупрофессиональным. Он недавно появился на рынке Украины, уже успел завоевать, то есть полюбился автолюбителям, то есть за свое качество и сравнительно недорогую цену. В комплектации 94 предмета. Поставляется набор такой вот упаковки бумажной. Здесь есть полностью на русском языке комплектация набора. Хром-ванадиевая сталь, материал изготовления. Ну и видите, логотип стандарт. Так, набор изготавливается из хром-ванадиевой стали. Весь инструмент в наборе матовый, имеет матовое защитное покрытие. И немножко о фирме стандарт. Фирма стандарт сама из Харькова, выпускает полупрофессиональный инструмент. Заводы находятся в Индии и в Китае. По комплектации. Две трещотки в наборе. Трещотки на 48 зубьев. Они разборные, то есть можно разобрать, два винта выкручиваете сверху. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 26 см. Рукоятка здесь комбинированная. Резина это черный цвет, пластик синий. На металле есть надпись стандарт. CRV это хром-ванадиевая сталь и стандарт надпись на рукоятке. Хотелось бы отметить, что люфтов практически нету на трещотке. То есть очень хорошая сборка. Ну, для такой ценовой категории отлично. Трещотка под квадрат 1,4. Длина ее 16,5 см. Комбинированная рукоятка. Также видите надпись стандарт. 48 зубьев. Также разборная. Можно услужить механизм или заменить его. Отверточная рукоятка. Под квадрат 1,4. Имеет присоединительный квадрат еще дополнительный. Можно подсоединять трещотку сюда. Получаем отвертку с реверсом. Используется она или с головками под квадрат 1,4. Вот такая конструкция получается. Или с битами. Биты прессованные в головку. Также под квадрат 1,4. Здесь рукоятка. Сама идет из пластика. Длина отвертки 150 мм. Так, две свечные головки 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки. Два кардана 1,4 и 1,2. Карданы скреплены металлическими вставками, потому что в более дорогих наборах они идут с винтами. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Длина его 11 сантиметров. Т-образный вороток под квадрат 1,2. Кстати, этот переходник можно использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. У кого есть дополнительная трещотка по 3 восьмых, можно использовать с головками с набора. Вороток, если снять переходник, получаем удлинитель 250 мм. Также под квадрат 1,2 есть еще один удлинитель 125 мм. Так, удлинители под квадрат 1,4. Здесь два удлинителя 50 и 100 мм. И есть еще удлинитель для труднодоступных мест, так называемый гибкий. Длина его 150 мм. Так, по комплектации еще головки. Головки в наборе идут шестигранные. В данном наборе шестигранный профиль. Здесь их общее количество, квадрат 1,4 вот ряд и квадрат 1,2, здесь их 31 штука. Самая маленькая головка на 4 мм, 1,4. И самая большая 32 мм. Вес головки от 32 мм 214 грамм, то есть она такая увесистая идет. Надпись стандарт на металле, CRV хром-ванадиевая сталь расшифровывается и 32 мм. Хотел бы отметить очень хорошее литье.
инструмента. Я говорю, что ценовая категория невысокая, и обычно встречаются наборы, где в этой ценовой категории очень плохое литье, то есть за усеницы здесь инструмент очень хорошо отлит, нету сколов, следов от литья, очень хорошо отполирован. Так, верхняя крышка. В верхней крышке набор бит под квадрат 1,4, они впрессованы в головку. Вот такие вот. Они, можно их использовать или с трещоткой, или с отверточной рукояткой, или Т-образный вороток. Крестообразные, шлицевые есть, шестигранные и биты торкс. И биты под квадрат 1,2. Вот они идут отдельно, под них есть вот такой вот переходник. Вставляете нужную биту и подсоединяете также трещотку или вороток. Так, бит под квадрат 1,4, прессованный в головку, общее количество 17 штук. Бит под квадрат 1,2, общее количество 15 штук. Далее, головки длинные. В наборе их 12 штук. Самая маленькая на 6 мм. И самая большая на 19. Также имеет весь инструмент, в наборе имеет надпись «Стандарт на металле». Это уже указывает даже то, что вот, если инструмент имеет надпись, что он не затолен где-то в подвале, и непонятная фирма однодневная, то есть изготавливает. Здесь вот весь инструмент имеет надпись на металле. Так, по комплектации все. Кстати, вот набор ключей Г-образный, вот такой еще есть. По комплектации все. Теперь мы показываем, как инструмент держится еще в крышке кейса, в верхней. То во время закрывания весь инструмент у вас не высыпался на нижнюю крышку. Здесь очень хорошо он защелкивается, довольно-таки с трудом от головки входят в свои места. Хотя пластик здесь, я не сказал бы, что жесткий прям. Ну, хорошо он защелкивается, инструмент не выпадает. Кейс, вернее, цельнолитой, без завис, то есть он полностью отлит, две крышки вместе скреплены. Запирание на пластиковые такие вот защелки. То есть кейс здесь простенький. По габаритам кейса. Вес набора составляет 5,7 кг, ширина 37 см, длина 26 см, высота 7,5 см. Запирается он легко, то есть там сильно прилаживать усилия не нужно. Ну, видите, защелки простенькие. На верхней крышке надпись «Стандарт». По пластику, пластик здесь мягкий, но хорошо пружинит. Кейс изготовлен хорошо и качественно. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.